Саратовцы Сергей Моня, Виктор Хряпа и Семен Антонов в составе мужской сборной России по баскетболу обыграли сборную Великобритании. Матч закончился со счетом 95-75 в нашу пользу. В общей сложности Виктор Хряпа провел на площадке 24 минуты и набрал 3 очка. Сергей Моня за 14 минут набрал 4, а Семен Антонов за 8 минут 2. Наша сборная возглавила таблицу группы и уже сегодня встречается со сборной Китая. Напомним также, что сегодня за медали Олимпиады поборется и наш земляк Илья Захаров. Он в паре с Виктором Минибаевым из Московской области выступит в синхронных прыжках с вышки.